טוב, אנחנו נמשיך, נקפוץ קצת, מפני שאחרת לא נגמור. Я хочу немножко двинуться быстрее. בפסוק 6 ולפרק 4. Шестой стих четвертой главы. «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших, и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь». Миша играет Ирмияу. Если вы читали Иеремию, והנבואות של ירמיהו על השומרון, הוא התנבא בזמן המצור בשומרון. Иеремия, он пророчествовал во времена изобилия в Шамроне. או במלאכים ב' פרק 7. А если вы откроете четвертую царств, פרק 7. Седьмую главу, то там прочитаете. צריך להתחיל מפרק 6 ולהגיע לפרק 6. 6, 6, 7 глава, то прочитайте там. אתם תראו כמה קשה היה המצור על שומרון. Вы прочитаете, какой голод, мацор, рав. לא, המצור זה שסגרו את העיר. Блокада. Блокада, которая была выстроена против Шамрона, и там ничего не было. Самарии. והיה מצב כזה קשה, 6 חודשים. И за 6 месяцев народ очень сильно обнищал. Эн фриджидер. У них не было холодильных установок тогда. И эфшар лацет ахуца. Они не могли выйти, потому что неприятно. И эфшар ликцор, и эфшар лизмор, и эфшар... И невозможно было ни купить, ни продать, ни выйти, ни покосить, ничего. Анашим ахлу это иладим шелахем. И там написано в книге царств, что люди стали есть детей своих. Беперек шеш, шней нашим баот ламелех. Там написано, в 6 главе описана история, как две женщины приходят к царю. И у них не было что есть. У каждой из них были дети, грудные дети. И они говорили, что сегодня съедят ребенка одной, а на завтра другой. И так они поступили. А на второй день та вторая не дала им. Им כבר לא היו כל כך רעבים, והאישה השנייה סירבה לתת את התינוק שלה. И та вторая сказала, мы уже не так голодны, не дам своего ребенка. ואז היא הולכת, השנייה הולכת להתלונן למלך. И вот в таком преступлении она идет как бы за несправедливость перед царем ходатайствовать. והמלך אומר לה, מה את רוצה ממני? И царь ничего не делал. Он говорит, что ты хочешь от меня? У меня нет еды для моих лошадей. Там было ужасное, ужасное положение. Он мог отдать лошадей, но он был царь, и он держался этого. והוא פסוק 7 בפרק 4 מנעתי מכם את הגשם. И седьмой стих, я удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, на другой город не проливал дождя. Один участок напоен был дождем, а другой неокропляем дождем засыхал. Элоим אומר להם, אני שולט גם על הגשם, גם על הטבע. И это другими словами, Творец говорит им, я всю природу контролирую, дождь, все это в моих руках. И поэтому не давал вам дождя в то время, когда нужно было для жатвы. Я давал только тому, кому я хотел и когда хотел. И 11 стих говорит, я делаю среди вас такие же разрушения, как когда-то сделал в Содоме и Гоморре. Перек хамеш. Переходим к пятой главе. Текрат пасук арба. Я читаю первые 4 стиха. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог, город, выступающий тысячей, останется только сотней. И выступающий сотни останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня и будете живы. Я шоне ми Хошея.
Он отличается от Осии. Голос Амоса другой. Ошеа коре ле Исраэль эшет знуним. Осия называет Израиль блудницей. Авал Амос коре ла бетулат Исраэль. А Амос называет Израиль девственница, дева Израилева. אני חושב שזה נפלא, ההבדל הזה הוא נפלא. И с одной стороны, конечно, это чудесное сравнение. Там блудница, а здесь девица. התיאור של הושע הוא תיאור שנבע מהנשואים שלו. И то описание, которое Осия дает Израилю, он где-то происходит от того, что у него был такой брак, потому что он, по слову Господню, был женат на блуднице. אבל Амос омер бетулат Исраэль. А Амос говорит, девица, девственница Израиль. Okay. Эвдел машмаути, авал аонеш у ото онеш. Разные названия, у одного ужасного, у другого красивое, но наказание, как у Оси, так и у Амоса примерно одинаковое. Авал пасук арбау, осели кмо труфа ла нефеш. Но четвертый стих, он как бы дает надежду, дает как бы облегчение, лекарство, лекарство для души. Защитите меня и будете живы. Кацар, очень коротко, אבל מאוד חזק. Но очень сильно. Дершуни вихью. Защитите меня и будете живы. И в в том, что мы являемся верующими в Иешуа, мы, да, хотим, чтобы Израиль, как народ, спасся целиком. На самом деле, подобное обетование о глобальном спасении израильского народа присутствует как у пророков, как так и в Новом Завете. И подобного обетования не удосужился ни один другой народ на по всему лицу земли. Ракле Израиль есть гамба невиим, но гамба брит хадаша. У Израиля в пророках и в Новом Завете есть одинаковое обещание Божье полного глобального спасения. Кол ам Израиль ивашеа. Ибо написано, ибо весь Израиль спасется. Авал эх зе ие. Но как это все случится? Диршуни вехью. Этот стих он показывает как. Защитите меня и будете живы. А тавкид шелану. И наша, я имею в виду мессианских верующих, позиция, назначение в Эрец Исраэль. У лигром леам Исраэль лидрош эт Адонай. Это заставить или побудить, точнее, израильский народ взыскивать Господа и направить его, чтобы взыскал Творца. Лигром леках. כמו ששאול השליח אומר בירומאים 11, הוא אומר לגויים, אבל זה גם לנו היום רלוונטי. И то же самое, что Павел, рав Шауль говорит язычникам, чтобы Израиль, смотря на вас, возревновал о Боге. Но там он говорит к язычникам, но на самом деле это и к нам тоже релевантно. לגרום לעם ישראל לראות בנו משהו שיגרום להם לקנא. Дать Израилю в нас, в мессианской среде, увидеть нечто такое, чтобы у них была такая живая зависть, ревность по этому. И чтобы каждый мог взыскать Господа. Не искать церковь. לחפש את אדוני אלוהי ישראל ואת ישוע המשיח ישראל. Творца Бога Израилева и его сына Иешуа Мессию. דרשו את אדוני וחיו. Защитите меня и будете живы. אבל הוא מיד הופך לפוליטיקה של אותו יום ואומר אל תדרשו בית אל וגלגל. И тут же Амос переходит и говорит языком того времени, там, где люди искали помощи. И он говорит, не ищите помощи в Бейт-Эле, в Ифеле, и не ходите в Гильгаль, в Галгал.
и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Почему он говорит, не взыскивайте Бейт-Эль? Почему он так говорит? Потому что Иеровоам, он в Бейт-Эле построил храм или подобие храма, и люди бегали туда, чтобы молиться. Он построил один в Бейт-Эле, а один в Дане, чтобы люди легко могли доходить до своих святилищ. И кто-то, кто идет в Дан, или если вы поедете в Дан и посетите Тель-Дан, до сегодняшнего дня видны развалины того храма, который построил Иеровоам, потому что не хотел, чтобы Израиль ходил на поклонение в Иерусалим. И вы там можете сесть на те же самые ступеньки, кофе выпить на них. По этим ступенькам когда-то поднимался Иеровоам, чтобы поклоняться, как он понимал Богу в те времена. И там стоят на той возвышенности, которая до сегодняшнего дня там стоит, есть эта возвышенность, на нее когда-то был поставлен золотой телец, идол, которым он совращал народ, и там же был жертвенник, где они приносили жертвы. То есть все это сегодня присутствует. И как в Иерусалиме говорят, 100% они вот существуют, пойди и увидь. А сипурим аэле зе ло стам дибурим. Это не, это пророчество. Зе ло митология. Не мифология. Ее можно сегодняшними глазами увидеть. Зе эмет историт ше эфшар ло охиях. Это истина историческая, которую можно подтвердить. Тов. פסוק 6. שסטוי סטיך. דרשו את אדוני וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מחבל לבית אל. Взыщите Господа и будете живы. Что это звенит? זה הזקה. Взыщите Господа и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Бейт-Эле. От пасук эхад. А о вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю. А иньян азе, ше эйн цедек, ве эйн мишпат хоген, у носе меркази бекол... И основная, центральная мысль, которую подчеркивают практически все пророки, которые записаны в священных писаниях, это недостаток правосудия или лживое правосудие, которое подкупить можно. Самая здравая вещь сегодня в Израиле – это система суда. Шофтим товим. И на сегодняшний день в Израиле есть хорошие судьи. Ве-марехет мишпат хогенет. И достаточно взвешенная система правосудия. Иудим мешихиим яхолим ленацеах кол мишпат цедек шемишу яасе негдам. И на сегодняшний день, если мессианского еврея по какому-то неправедному делу привлекут в суд, и он действительно прав, он может оправдаться, потому что судебная система сегодня выдерживает баланс. Хорошее. И мы, 5 глава, 10 стих. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить в них не будете. Разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши, и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных.
אתם רואים כאן כמה עמוס דואג לעניים, לחלשים, למסכנים, לצדק וליושר. И тот Амос, про которого мы вначале слышали описание, что он был богатейший землевладелец и управляющий большим хозяйством, он человек, который очень переживает о судьбе бедного человека. לפני שלוש שנים היו הפגנות בתל אביב, העם רוצה צדק חברתי. Три года назад, перед прошлыми выборами, в Тель-Авиве были демонстрации. Народ желает социальной справедливости. Там зохрми зохередзе. Они зохередзе. Аю охалим бешдерот Ротшильд. На улице Шдерот Ротшильда ставили палатки. Ата аита? Аита хелек. Кола кавод. Хаам роце церек хеврати. Народ желает социальной справедливости. Амос омер, ло хаам роце צדק חברתי. Элоим роце צדק חברתי. Амос говорит, не народ просит социальной справедливости. Бог требует, чтобы социальная справедливость была. זה חלק מהתורה. Потому что этот принцип, он записан в Торе. בתורה כתוב שאפילו אם תראה את החמור של האויב שלך, קורס תחת העול, אתה חייב לעזור לו. Потому что Тора говорит, когда увидишь осла твоего врага, который споткнулся под тяжестью того груза, который на нем, то ты обязан поддержать и поднять этого осла. כל שכן אחיך, חברך, רעך. Тем более ближнего твоего, который на тебя похож. הדברים האלה של הצדק החברתי הם כל כך חריפים בעמוס. И эти вот принципы социальной справедливости, Амос поднимает их на высокий уровень. Амос לא היה בן אדם עני. Он сам не был бедняком. היה לו צאן ובקר. Мы уже читали, повторяюсь. ושדות. У него были и поля, и стада, и овцы. הוא היה רואה צון, נכון? Он, да, был пастухом, но это были его собственные овцы. אבל הוא, מהמקום שהוא נמצא בו, גבוה, נביא של אלוהים. Но он с позиции того классического пророка, он близок к Господу, и он видит и передает, что сам Господь чувствует. הוא מדבר מהלב של אלוהים, שדואג לעניים ולדלים ולמשכנים. Он обращается к бедным и к нищим и к тем, кто притесняет их. אחד הדברים שאני עדיין חולם עליהם. Одна из вещей, о которой я мечтаю до сегодняшнего дня. בשביל היהודים המשיחיים בארץ ישראל. Для наших мессианских евреев в Израиле. שכולם יעשו מה ששבי ציון עושים. Что מה שאתם עושים. מה שאנחנו עושים, что мы делаем в Иерусалиме, נותנים אוכל לעניים יום-יום. Чтобы мы могли каждый позволить себе давать бедным еду, помогать людям, которые нуждаются. דואגים לדור הבא של הילדים של המאמינים שילכו לאוניברסיטה וילמדו. И также заботятся о том, чтобы дети, наши дети, могли подняться, пойти в университеты и могли выучиться и стать на ноги. יותר מ-20 שנה אנחנו נותנים מלגות לתלמידים של יהודים משיחיים, מקהילות של יהודים משיחיים בכל הארץ. И есть мессианские организации в Израиле, которые помогают стипендиями студентам верующим, чтобы они могли учиться и получать высшее образование. צריך להעלות את הרמה של האנשים בקהילות המשיחיות. И очень важно, чтобы в мессианских общинах мы могли поднять средний уровень каждого человека, и чтобы особенно следующее поколение было крепким и хорошо стояло на ногах, и было достойно здесь, в Израиле. Пасук 13. 13. Пасук каше. Немножко сложноватый стих. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Тамших. Ищите добра, а не зла.
чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Цваот будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Цваот помилует остаток Иосифа. Послушайте, что здесь сказано. האמונה שלנו זה לא דבר אוטומטי. Наша вера или жить верой – это не автоматически проистекающие вещи. זה דבר של בחירה. Это выбор. כבר בתורה משה אומר לעם ישראל, אני שם לפניכם את החיים ואת המוות, תבחרו בחיים. Это еще в Торе Господь Бог дает Израилю выбор и говорит, я предлагаю вам жизнь и смерть. Предлагаю вам избрать жизнь, но избирайте, что вы хотите. Вера – это не то, что мы можем унаследовать от своих родителей, даже если родились в верующей семье. Верить – это избрать, а я избираю веру. Я хочу избрать путь добрый. Я буду удаляться от зла. Пасук 15 умер. Синура вехевутов. И 15 стих подтверждает эти слова, говоря, возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Цваот помилует остаток Иосифов. И из-за того, что Бог говорит, я хочу, чтобы вы избирали добро. Я хочу дать вам 10 минут сейчас, чтобы вы чай попили.